Привет всем, привет, друзья, привет подписчикам всем. Хочу сегодня вам показать, какие я картины нарисовала и какую картину сегодня я отправляю в стиле поп-арт. Вот она сзади меня. И сейчас я вам покажу поближе. Та-дам! Смотрите, какая крутецкая картина в стиле поп-арт. Рисовала я эту картину акрилом. Очень много времени заняла. Что много-много цветов разных. Вмешивала, накладывала один на другой цвет. Такая вот прикольнючая картина. Сегодня она отправляется заказчику, очень хорошему человеку. Будет в таком же стиле еще одна картина «Крокодил». Если вы хорошо попросите, то я сниму процесс, как я буду писать картину в стиле поп-арт «Крокодил». Так что пишите в комментариях, хотите ли вы посмотреть, как создается данная картина. Ну, вот такая вот красота, ребята. Как вам? Напишите. Так, и сейчас покажу, какие еще нарисовала. Вот еще одна красота такая. Тоже больших размеров. Вот забор и вьющие цветы на нем. Очень красивая картина. Прямо рисовалась на одном дыхании. И на канале, кстати, есть видео «Процесс создания данной картины». Я его там смонтировала, вроде бы 5 или 6 минут. Такое быстрое видео. Вот такая вот красота. Эта картина, друзья, продается, так что если есть среди вас желающие, пишите мне в комментарии, и я обязательно с вами свяжусь. Вот еще одна такая картина. Лимоны в таком вот интересном стиле, такими мазочками. Видеоролик написания данной картины тоже есть уже на канале, так что тоже можете переходить и смотреть. Как писалась эта картина. Очень симпатичная. Напишите в комментариях, как вам такие лимончики. И вот, друзья, еще картины, над которыми я сейчас работаю. Вот такая двойная картина модульная. Она может как и две вместе висеть, так и каждая по отдельности. Это еще не законченная. Вы увидите обязательно видео, я вам покажу, как она создавалась и конечный результат. Данная картина, это гортензии любимые. Она также не закончена, но цветы вы уже можете увидеть, как они выполнены. Данная картина будет полноценный мастер-класс как раз в процессе у меня. Сейчас я этой картине дала высохнуть и продолжу записывать мастер-класс по этой картине. Дальше я еще хочу нарисовать много цветов. Также будет море. Возможно, картины с фруктами. Еще дорисую к лимончикам. Были такие серийные картины с цветами, с фруктами, с морем. Ну, еще а-ля типа греческий какой-то мотив с белыми домами, с морем, с красивыми цветами, зимними дверями. Это вся вот красота. Тоже хочу такие картины нарисовать. А-ля Греция.
Ну вот, друзья, это те картины, которые я нарисовала за это время и над которыми сейчас работаю. Внизу в описании под видео я оставлю ссылки на плейлисты, на картины. Можете переходить, смотреть, ознакомливаться. Если вас заинтересовала какая-то картина, пишите, обязательно пообщаемся. Ну что ж, друзья, увидимся с вами в следующих видео. Сейчас я вам покажу кусочек своей жизни, как мы побывали на Подоле, на колесо обозрения, и какие были там эмоции у меня. Паника накрыла меня, конечно, конкретно. Я не ожидала, что будет страшно. Вот. И наконец-то побывали в Рибер. Немного говорили, рассказывали, какие там ребрышки вкусные. Вот мечта осуществилась. Побывали мы там. И кусочки видео я вам сейчас выложу. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, комментируйте. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие новые видео. Все, всех люблю, целую. Хорошего всем настроения и крепкого здоровья. Ой, мамочки, как высоко! Ой, бля! Мне уже страшно. Так рано еще бояться, мы еще до конца почти. Мне уже рука трусится. О, боже! Боже, мама, мне страшно. Что тебе? Мне страшно. Не бойся. Да, если у меня сейчас начнется истерика. Ну, надо дотерпеть будет все равно. Ты не думаешь, что ты на самолете летишь. Мамочка, я закрою. Боже. Иди так сюда, я, вот сядь. Я, оказывается, боюсь высоты. Не бойся. Мама. Так, тихо. Закрой глаза тогда. Сиди все время с закрытыми глазами. Боже, как это страшно! Уже такая высота, я, оказывается, боюсь высоты. Зачем я согласилась на это? Снизу оно не так страшно смотрится, боже мой! Ой, а там мост видно, боже. Так, не бойся, потому что мне самому страшно. Блин, мы на самой верхушке качаемся. О, кошмар. А можно встать? Не надо. Надо перебороть свои страхи. О, жесть. Все, иди сюда, сядь куда-нибудь. Кошмар. Сиди, потому что ты меня пугаешь. Ты думаешь, мне не страшно? Если вниз не смотреть, то еще нормально. Боже. Леша, тебе страшно? Вообще не страшно, так классно, так прикольно, почти под мышками не спотел. Вообще не страшно. Капец. Вот это махина. Ну это страшно, я не знаю, кто соглашается на два круга. Я думаю, на втором круге уже не так страшно. Да? Да. Как бы привыкаешь? Да, ну у тебя же уже тоже отошло вот это вот. Особенно твоя паника, ну вообще, она так переключилась на меня. Ты же начал выходить, да, требовать тогда, на да. выход. Не, ну это страшно. Это страшно. Когда, особенно если живешь на первом этаже всю дорогу, а тут, блин, кошмар. Оказался на 43 метра, да? 43 метра она, да, высотой. А еще когда начинает шататься... Не надо ходить, пожалуйста, по кабинке. Вы нам, конечно, не страшно. Я поборола страх, я уже собралась выходить. Такие дырки. Кошмар. Ой, она шатается. Ну, уже мы низко. Мама! Караул, помогите, спасите! Боже, на машинках где-то там. Фух, спускаемся. Ура, ура, ура! Сейчас...
Поехали. Нажал? Да. Ой, мы были на самом верху, 43 метра. 43 метра. Это жесть. Сделай обзор, это мы на Подоле. I love you, Подол. Подел. Я. Не да, видно. Подол. У тебя надо снимать, да? Можно меня снять. Вот подол. Мы сейчас идем туда. Колесо огромное. Огромное. Вообще огромное. Снизу на него смотришь не так страшно. Как оказываешься в кабинке, и она шатается. И вообще. Ну, вообще, прикольно. Вообще. Конечно, мы маленькие все. Такое все скромно. Это фартухи. Лёша, одевай. Тебе очень идёт. Это поляничка. А ну открой, раскрывай. Это такая вот. Ну мальчик. Млинечка. Вот, я что тебе говорила. Вот тут вот сверху разлепляй. А, это все тоже руками. Вообще. Гениально. Да, это, конечно, хорошо. Ну ладно. Все, приятного аппетита. Да, Ема. Котята уже поели. Леша, как тебе? Да. Что, типа не услышал? Как тебе ребра? Вкусные. Вкусные, да? Кисло-сладкие такие. Не, сладкие, сладкие они, да? Очень вкусно. На улице стоит очередь и запись в очередь. Записался, потом тебя, когда стол освободился, вызывают. А это наш салат. А это Леша аккуратный. Прикольный вагончик тоже. Это даже автобус со вторым этажом. Прикольно. Давай перейдем туда, прикольно. Вот и все, закончился скверик. Кому памятник? Сагайдачный. Сагайдачный.
я уже развела все, а еще больше. Пока хорошо. Ой, оно ночью еще светится. Я так понимаю, мы нигде не будем фотографироваться. Давай. Какой красивый балкончик там. Прикольно.